Приветики, господа, с вами я, ваша любимая Сашкаплей. И сегодня буду играть в игру в... Как вы догадаетесь? В Tattletale! Да, мы продолжаем играть в эту замечательную игру. Хотела вам вас напугать, но я не хочу скрим делать для вас. Ой. Как это назвать правильно? Вот вы знаете, а я нет. Я просто обычно там в голове, знаете, что в моей голове там много голосов жужжит, да. Это мой единственный голос. Кто там орёт, и кто там... Ну, поняли, да. Кто там... И кто там... Ой, извиняюсь. И кто там курлечет, как птичка. Давай уже. А то я уже тут рассказываю, господа, что-то не надо. Давай уже. Мы ж тут играем. Нет! Ой, господа, извиняюсь, что так, такую рожу делаю. Не говорите мне, что... Не говорите мне, что... А, ладно. С кем не бывает. Я сейчас перезайду. Вот я перезашла в эту замечательную игру Tattletale. Мы будем сегодня продолжать. Это уже какая-то... Это уже шестая серия, вроде бы. Это вроде бы шестая серия, да. Как мне не изменяет память. Нет, не говорите мне, что... Сейчас она... Ну, мы что-то хотим увидеть заставку игры. Наконец-то! Просто надо было побить... Это и замечательной ручкой. Благодарю ручки. Снова. Вот. Давай уже. Thank you.
5 свечей нам надо. Я снимаю это видео ночью, да. Чтобы прочувствовать атмосферу игры, да. Как вот это, ребята? Блин, я знала материк игру. Так, слушайте, один. Так, слушайте. Да, вот, один, два, три, четыре, пять. Пять свечей. No more mama!
Look after you. No more mama. No more mama. No more mama. Я хочу пройти спокойненько. No more, mama. No more, mama. Come to mama. No more, mama. Одно прыгну ко мне. Я запомнил механику игры. Она то, что она делает, нам запомнится. Господа, давайте мы на этом мы с вами и закончим. Сейчас говорится менюшку. Короче, сейчас перезайду эту игру. О, опять это говно. Вот, Tattle Tale название появилось. Теперь давайте мы на этом мы с вами закончим. С вами ваш любимый Сурковплей. Всем бай, увидимся в следующих сериях.